usando l'epistemologia si può conoscere la struttura del mondo. Использование эпистемологии может знать структуру мира. Esso coinvolge. Существует третий принцип динамики. Существует третий принцип динамики. Она включает в себя действия, и действия точно равны и противоположны. Мы можем выразить как плюс один, и мы можем выразить другими как минус один. Но думать об этом хорошо. Минус один также ведет к отсутствию и негативные в реальные действия. Она отменяет все реальности, которые существовали раньше. Поэтому мы на самом деле нужно что-то, что уже есть. Так что мы на самом деле пришли из будущего. Таким образом, наша действительность не в прошлое. Мы считаем, что это факт. Но тогда это всего лишь рисунок. Это может быть сделано и может существовать в будущем. Каждый дизайн потребности своих дизайнера. Каждый рисунок реальности не саму реальность. Давайте спросим то, как это возможно. Эта реальность может быть только рисунок. Мы знаем, что строка бинарных заказов – цифровой рисунок. Мы знаем, право программное обеспечение может отображать файл. Ее правило преобразования кодов появления мира. Следует экран телевизора. И здесь показывает нам природу вещей в людей, в речах идей. Разница лишь в том, предоставляемых нами. Мы находимся в этом изумительном исполнении. Мы внутри. Это вполне понятно. Мы внутри. Наш человек не только программные обеспечения, но и аппаратные. Но кто же наш дизайнер QEP-стимология в состоянии выяснить, кто является нашим дизайнером? Дизайнер использует правильность расчетов рисовать корректности. Все формы, что в нашей природе, имеют точные структуры, основанные на точном расчете. Все расчеты в двоичном мире, где есть плюс один и минус один, есть все положительные и отрицательные. Один выражает все, выражает все. Существование один, два в противоположных направлениях означает, что есть какие-либо возможные расчеты.